Я очень уважаю Нюшу как исполнительницу, как молодую, очень талантливую исполнительницу. У нее прекрасный голос, она прекрасно движется. У нее хорошие песни, которые отличаются от других. Да, пока молодая, можно, это здорово, карьеру, когда тебя любят, когда тебя знают, когда ты востребована. Это очень приятно, безусловно. Но в конце дня, в общем-то, когда ты приходишь домой, все равно тебе нужно какое-то человеческое тепло. Вот, и чего я и желаю Нюше, конечно же. Мне кажется, близкие люди не всегда объективно могут оценить что-то со стороны. Потому что, ну вот, например, если мой папа был моим продюсером, да, ну, потому что все, что я не делаю, ему кажется это гениально, восхитительно, замечательно. Ну, то есть он слеп вот этой своей как, любовью как отец, и вообще ему кажется, что все вот, все сногсшибательно. В этом смысле это, ну, не объективно, потому что ты, как бы, у тебя другие чувства к человеку.